Всем привет! С вами снова Ольга Чернова, и этот видеоролик будет полностью посвящен подробному описанию крупноплодного томата «Король гигантов». Этот фильм о нем я назвала «Мой любимый великан». Это действительно один из самых любимых моих сортов, который много-много лет неизменно всегда присутствует на моем участке. Летом вы видели видеообзор о нем. Кто не видел, на моем канале можете посмотреть назад, отлистать на летний период и посмотреть про него. И когда я дошла до описания крупных сортов, крупноплодных, это именно тех, которые весят 300 граммов и выше, есть даже редкие сорта, которые больше килограмма весят, я, конечно, особое внимание решила уделить сорту «Король гигантов». Ну, почти все представители вот этой многочисленной группы, он же не один такой крупный, их много, согласно своим сортовым качествам, являются самыми высокими из всех сортов. Это и не удивительно, потому что только большой и сильный куст с хорошо развитой вот корневой системой и всеми остальными своими частями может сформировать такой крупный плод, и не один. И вот я отдаю свое предпочтение вот этому классическому, всеми известному сорту «Король гигантов». Почему? Ну, потому что, во-первых, он очень простой в уходе, ничего сложного нет. Хотя он индетерминантный, но его... Вот я никаких проблем не испытываю. Вовремя, если отщипнуть верхушку, все. Он меня никогда не разочаровывает. Вот опять же, про простой уход. Вот иногда подходишь летом к этому кусту короля гигантов, он вырастает вот с меня ростом, дальше я ему расти не даю, потому что дальше уже уход будет осложнен. Отщипываю верхушку, когда он достигает конца колышка, мы выращиваем в коловой культуре. И вот когда подходишь, он с меня ростом, вот этот огромный красный плод греется на солнышке, блестит, он такой яркий у него цвет, он всегда правильной формы, их нет, никогда не было ни разу ни корявых, никаких. И вот его хочется сорвать и немедленно съесть. Сочный, такой аппетитный, ароматный, они красивые. Вот настоящие русские помидоры, вот помидоры из нашего детства. Возьмешь такой томат в руку, вот так вот, ну как, попробуешь, вот его тяжесть на сердце, вот так хорошо вот этой приятной тяжести, он такой тяжеленький. И вот если, я всегда думаю, если у нас в Сибири вырастают такие огромные плоды у этих короля гигантов, представляю, какие они вырастают в южных районах, наверное, там действительно килограммы больше. Но я за рекордами не гонюсь, я никогда не делаю там общипывание лишних цветков, чтобы было, например, три, но огромных плода. Я просто убираю пасынки, убираю верхушку. Ну, какие вырастут, такие вырастут. Но по 800 грамм вырастают легко. Но этот сорт, конечно, необходимо и подвязывать, и пасынковать. Если вы хотите получить, как я уже говорила, более крупные экземпляры, нужно вовремя убирать не только пасынки, но и, обрезав верхушку, на кусте убирать лишние плоды. Формировать, например, оставлять там 6, 8, 10, сколько вам нужно. Но последние верхушечные завязи я убираю всегда, потому что у нас они не успевают вызревать до заморозков. Где-то в южных регионах, может быть, он еще и больше даст плодов. Конечно, кроме этого сорта я выращиваю крупноплодные, такие как «Тяжелая из Сибири», «Нужный размер», «Чудо сада», «Инна», «Розовый гигант», «Анжела гигант», «Любимый праздник», вот сейчас новинка, тоже огромный такой, как сердцевидный. Ну, как по привычке или там уже ностальгия, я вновь и вновь каждое лето подхожу к любимому гиганту, вот так погладишь его, даже понюхаешь, полюбуешься. Когда сорву, когда нет. Иногда срываю, иногда просто получаю эстетическое удовольствие от такого крупного, здорового плода, красивого. Вот семена я тоже свои собираю, и я вам скажу, что из своих семян, конечно, вырастают все эти томаты еще крупнее, еще красивее. И вот те семена, которые излишки я продаю, но сейчас уже не излишки начала заниматься, я все равно всегда покупаю вот для таких красавцев, великанов, перегной, чернозем, и каждый год добавляю. Ясно, что для получения таких огромных, красивых плодов в большом количестве почва должна быть плодородная. И если почва бедная, скудная,
таких гигантов у вас не вырастет. Нужно следить за вкусностью вот этого грунта. Ну и все. Вот это был не краткий видеообзор, а это уже прям ода этому сорту. Король гигантов очень хороший сорт. Кто посадит, не пожалеет. Пусть он у вас не вырастет килограмм, но хотя бы вот такой стабильный, крупный урожай вы все равно получите. До свидания. С вами была Ольга Чернова и подробное описание крупноплодного сорта Король гигантов.